Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Kids. Анжела, просыпайся скорее! Давай-ка примем душ. У нас сегодня с тобой есть важное задание. Сегодня, ребята, звонила сестра Анжелы и очень-очень просила приехать ее посидеть, посмотреть за ее котятками. Так что мы сейчас накормим Анжелу, соберем, и она отправится приглядывать за четырьмя прекрасными котятками. Там ее ждет две кошечки и два маленьких котика. Давай-ка почистим зубки. Ребята, как вы думаете, Анжела справится с заданием сегодняшним? Сможет ли она уследить одновременно сразу за четырьмя маленькими котятками? Ну, скоро проверим. Пойдем позавтракаем. Что у нас сегодня есть на завтрак? Тарелочка с ягодками. Давай скорее кушать. Апельсиновый сок. Можно съесть немножко пиццы. Твой любимый крекер. Ну вот, ребята, после еды Анжеле нужно снова почистить зубки. Смотрите, сколько еды забилось в ее белоснежные зубы. Вот так. Хорошенечко почистим. И можно идти собираться. Давайте выберем ей платье. А давайте-ка мы ей оденем клевый концертный прикид. На улице прохладно, а в джинсах и в маечке ей будет удобнее справляться с маленькими котятками. Вау, Анжела, у тебя такие красивые ботинки, или это даже кроссовки. Очень прикольные. Давайте поменяем Анжеле цвет глаз. Предлагаю сделать ей, можно сделать карие глазки. А теперь сделаем макияж. Давайте возьмем желтые мерцающие тени. Они подойдут под цвет нашей одежды. Вот так. Второй глазик. Отлично. Теперь возьмем тушь для ресниц. Накрасим реснички. Какие красивые у тебя ресницы, когда мы их накрасили. Такие густые. А теперь выберем губную помаду. Давайте возьмем персиковую мерцающую. Вот так. Накрасили губы. Осталось только выбрать румяна. Ну что, ребята, какие взять, матовые или мерцающие? Наверное, я попробую взять матовые, потому что у нас уже много мерцания на губах и глазках. Румяна сделаем просто такого нежного матового цвета. Ну вот, наш макияж завершен. Я надеюсь, вам понравился макияж Анжелы. Если да, ставьте ваш лайк. А вот и наша Анжела. Она готова идти присматривать за своими племянниками. Только перед уходом давайте откроем пару пакетиков с наклеечками. Интересно, что нам попадется сегодня? Один золотой пакетик. О, смотрите, малыш Джинджер. Малышка Анжела ловит бабочку. Тропический остров. А в этом голубом пакетике нас ожидает красивое платье. Анжела за покупками. Вечеринка котиков. И снова малышка Анжела на каруселях. Вот такие прикольные наклеечки. А теперь можно отправляться в гости к племянникам. Ребята, ну что, пойдем? Поможем Анжеле проследить за котятками. Ой, кажется, у кого-то испачкался памперс. Самое время его поменять.
Ну вот, а этот можно выбросить. Ой-ой-ой, рыженькому, кажется, надо тоже сменить памперс. Кстати, ребята, придумайте имена для наших красивых котят. И напишите их в комментариях. Кажется, розовому котику тоже пора поменять памперс. Бедная Анжела. Нелегкая эта работа присматривать сразу за 4 прекрасными котятками. Вытрем всем носики. И еще один платочек. Возьмем салфеточку и вот розовой кошечке вытрем. Так, а давайте-ка кошечке дадим вам игрушки. Какую дать тебе? Может быть, вот эту куколку? Отлично. Ну-ка посмотрим. Она поет песенку. А теперь розовой кошечке дадим куклу. По-моему, у нас тут должна быть еще одна куколка. Одну минутку, ребята. Сейчас поищем. Возьмем вот этого желтого цыпленочка. Смотрите, как классно он чирикает. Ой, наши котики расцарапались. Заменим еще один памперс. А вот рыженькому котику тоже надо заменить памперс. Так, ребята, мы с Анжелой успели, не всем котикам дали игрушки. Вот этому котику дам вот такую классную сову и заодно поменяю ему памперс. Мне кажется, серенький котик похож на котика Тома. И мне кажется, имя Том ему тоже очень бы подошло. А рыжий котик похож на котика Бубу. Ой, кажется, еще нужно поменять памперс. Вытрем сопельки нашим котятам. Ну вот, подходит время для кормления. Намешаем бутылочку со смесью, хорошенечко перемешаем и дадим покушать нашим котяткам. Кто еще хочет покушать? Кто еще проголодался? Пока готовится смесь, вытру носик вот этому котеночку. А теперь покушай. Ну вот. Так, у памперсы у всех сухие. Наведем еще немного еды. Кто еще не кушал? Какой котеночек у нас голодный? Вот этот, похожий на котика Бубу. У нас еще не покушал. И заодно поменяем ему памперс. И у второго котика Тома тоже пора бы поменять. Ну, кто у нас еще не поел? Это котик Том. Сейчас я разведу себе смесь. Ребята, а вы придумали имена для котиков? Обязательно напишите их в ваших комментариях. А я кормлю 4-го котика. Так, у нас кошечка осталась без игрушки. Дай мне классного плюшевого мишку. Сейчас я поменяю тебе памперс. Вот так. Такие прикольные игрушки у наших котят. А что это у нас за крем? А, это у нас специальный крем для котяток. Сейчас помажем им животик. Ну вот, замечательно. Теперь можем немножко поиграть с нашими котятками. Давайте заменим их светильники в спальне. Можно сделать вот такой
Или вот такой красивый с луной. А что есть еще? Можно сделать розовенький или желтый. А теперь можно поменять коврик в спальне. Вот так. Повесить новую игрушку в игровой. Давайте сделаем. Можно радугу. Смотрите, как интересно. Вот такие интересные игрушечки. Можно вот такие сердечки или цветочки. А сейчас можно переклеить обои. Можно сделать вот такие красные или голубенькие. И поменять занавесочки в нашей комнатке для котят. Вот так. Готово. Кажется, наши котятки захотели немножко поиграть. Надуем им шарики. Ой! Смотрите, как интересно. А что у нас в подарках? Давайте-ка откроем. Это новый ветерок. Ну вот, ребята, мы с Анжелой присмотрели за котятками. Если вам понравилось играть с котятками, обязательно пишите в комментариях, и мы с Анжелой обязательно придем в гости к этим очаровательным четверым котяткам еще. А теперь пора вернуться в дом к Анжеле. Ребята, ну вот, наша Анжела вернулась домой. По-моему, она очень голодная. Давайте-ка мы ее накормим. У нее сегодня был непростой день. Ведь смотреть за маленькими котятками совсем непросто. Ты наелась? Замечательно. Давай почистим зубки. Вот так. И переоденемся в пижамку, чтобы отдохнуть после тяжелого дня. Давайте выберем пижамку для нашей Анжелы. Пижама зайки. Вот такая в желтом цвете. Ну вот, мы почистили зубки, а теперь самое время отдохнуть. Ребята, я надеюсь, вам понравился сегодняшний день, проведенный вместе с кошечкой Анжелы. Подписывайтесь на наш канал Ушасти Kids, чтобы не пропустить новые серии про нашу дорогую Анжелу. А теперь Анжеле пора отдохнуть. Всем пока-пока!